тут у нас происходит? Всем привет, товарищи разбийники. Что там трапилось? Сейчас подивимось. Затонировались вообще по-страшному. Доброго дня. А за що? Що тут трапилось? Стоп не працює. Зараз виправить та поїде. А що ж ви дідушку заставили залізти? Що ти куди? Він дідушка. Ну, мені як показує. Якщо хтось вдарить його, йому хоча б протер би їх. Ну що, виправили? За що вас остановили? Стоп один. Выправили. А багажник не открывается, да? Но если он не может выправить, то он же может аварийку включить, правильно? Не, лампочка может перегорела. Он же, если не может устранить на месте, он может аварийку включить, правильно? Есть же у нас такой пункт ПДД. Нехай он сам отвечает, добре. Ну, я ему могу подсказать. А вы его заставляете именно, чтобы вот она именно загорелась. Я как бы возьму это себе на заметку, что... Добре, добре. В следующий раз конкретно вас увижу. Слава нам. Все, тримайте документы, выбирайте. Добре, ладно. Если не працює, то аварийку вмикаєте. Бо там теж проблема у вас з проводкою. Та я ж не проти. Все, до побачення. До побачення. В общем, відпустили поліцейські громадянина, у якого стоп не горіло. Ви знаєте, що саме удивительне, що заставляє іменно, щоб вона не горіла. Ну, я говорю, можна аварійку включити. Ну, в общем, так. А вам потрібно на будущее подучить ПДД. Если вы не знали. Бачите, вся права сторона. Видишь, что происходит на таких корытах? Ну, что а маем, вот, что маем. Працювала, работает. О, працює. В общем, друзья, в общем, не оштрафовали водителя. Водитель, я так понимаю, едет дальше. Вам на будущее нужно выучить ПДД и нормативно-правовые акты. Раз. Обязательно подписаться на мой канал. Два. И третье. Если вам нравится мой контент, можете свой донат поставить. Ссылки в описании. В общем, я погнал дальше. Такой маленький ролик.